правда лучше. Вот там, где держит у вас идет, вот это вот первое ощущение первой доли, последующие, и идет поигрывая, да? Обязательно вы почувствуете, сделайте крещендо. Да, то же самое, что мы с вами говорили, все время обозначайте начало доли. Не проваливайте ее, не потом, а как бывает, да? А идет, идет сразу, пусть это будет стенково, пусть это из-за таза. Да, и граница какая-то. Она должна быть обязательно понятна и слышна. Прямо от хора, не играя, вступление, прям маропазга, прямо вошла. Поем в то время, экономить. И раз, маропазга. Yeah.
И потом, знаете, вот здесь как бы момент соревнования хора и вот солистов. Да. Дерзайте, соревнуйтесь. Вот, и это... Да, это тише, когда солистов. Да, меньше пропивания, а больше... Танец до вас. Два такта, две четверти, и два такта по три четверти выступайте. Поехали. Пятая страница. И раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два. Yeah.
теперь, смотрите, народ спешит, но издалека этот народ заманен, но там еще далеко заколется, да, он сюда должен подбежать. Народ спешит, спешит, народ, и этим же я слышу, спешит. И вот туда пришли, вот, шампанское в музыке. Они не знают, что они спешат, они шампанское нам. Тянемся по полной программе. Ты с музыкой, да еще с баяном, да и с гармошками, да с там-там-тамами, с чимбалами, с чем угодно. Пожалуйста, Ринка, давай. Два такта до нашего хора, до реприза. Два такта до реприза. Сейчас ты очень выдавила. Да, Ринка, поехали. И шампанским, с Дон Периньоном, не просто советским шампанским, а настоящим, понимаете? Дон Периньон сейчас, да еще коньяк принесет по полной программе, с рекордой. Сейчас бульбарий будет у нас. Поехали. Еще. И... Два такта до нас. 12. Ну, нельзя сыграть.